Благоустройство города, патриотическое воспитание молодежи, популяризация спортивных и культурных мероприятий – это только некоторые направления работы первого года работы молодежной администрации города. 10 февраля активисты подводили итоги своей деятельности. Очень огромную работу провели в сфере благоустройства нашего города. Был открыт сквер молодежный, сквер Победы, аллея памяти. Очень много уборок субботников было проведено в областном центре. 2015 год был годом 70-летия Великой Отечественной войны. Очень много акций, связанных с патриотикой, тоже прошли в городе. Вообще, я считаю, что наша работа очень важна, потому что привлечение молодежи к решению городских проблем – это то, что необходимо для качественно новых изменений во всех сферах нашего города. Это свежие новые идеи, это новый взгляд, это энергия молодежи при поддержке администрации. Все это выливается в очень интересные новые проекты. Также на заседании активисты рассказали мэру города Олегу Булекову о планах на 2016 год. Так, одним из направлений является работа над федеральным проектом «Урбания», девизом которого является создание комфортной городской среды. Так, например, «Урбания» уже работает в нескольких десятках городов России. В Башкирии, Владимире и Архангельске активисты проекта проверяют состояние лифтов. В Челябинске – состояние подъездов, в Перми мониторят качество уборки улиц. Олег Булеков отметил, что и рязанским активистам следует четко конкретизировать комплекс мероприятий, которые они будут реализовывать в родном городе.